Добрейшего времени суток, друзья, с вами Касина Юрич Топкин, и прямо сейчас вместе с вами мы снова находимся на просторах Black Rush. И, ребята, посмотрите на этот прикольный скин какого-то пацаненка. Кстати, вы можете его приобрести в новеньком Black Pass. Так вот, ребята, он такой маленький, что топор больше, чем его голова. Да, приколы. Короче, ребята, Black Rush — это мобильная GTA, в которую вы можете поиграть вместе со мной. Напомню, что сделать это можно бесплатно, лишь бы был доступ к интернету. Переходите в описание под мой ролик в отчета с телефона, там есть две ссылки для Android и для iPhone, поэтому качайте игру на нужное устройство, устанавливайте, придумывайте ник и играйте вместе со мной, ребята, на сервере 24, который называется Санкт-Петербург. Ребята, все очень просто, в этом ролике идет речь о промокодах, и большинство промокодов, которые я вам скажу, будут работать на моем сервере. На последних работает там всего лишь маленькая часть, поэтому имейте в виду, если начнете на последнем крайнем, то там будут работать только ютуберские промокоды. Для того, чтобы ввести промокод, нужно нажать на чат и ввести команду слэш промо, после чего выбрать первый пункт, и мой, ребята, ютуберский промокод называется хэштег Топкин. Ребята, он уникальный, он работает абсолютно на всех серверах, как я уже сказал ранее. После активации отыграв ровно 1 час, вы получите заряд Ряженый гелик за 20 мультов, косючек Джейс Бонда, маску тролля и вип-голд аккаунт до 12 часов для развития вашего персонажа. Напомню, ребята, что випка — это, в общем-то, доступ к специальному чату, много всяких плюшек и привилегий, а самое главное — это, конечно же, увеличение зарплаты на работах. Поэтому, ребята, випочку нужно использовать с умом, активировать нужно тогда, когда непосредственно вы можете нормально сесть и поиграть. Ну а сейчас давайте расскажу о конкурсе. Ребята, сейчас Black Rush на такой стадии развития, что заработать новичку деньги, в принципе, не составляет большого труда, если знать как. Для этого у меня есть специальные ролики на канале по развитию, ну а также есть конкурс на 2000 блэккоинов на халяву специально для вас. То есть вы совершенно бесплатно можете получить денежку совершенно на любом серваке, если выиграете в конкурсе. Для этого нужно сделать три простых действия, а именно: первое — поставить лайк под ролик, второе — подписаться на канал с колокольчиком, потому что в следующих роликах будут выходить, ребята, непосредственно итоги конкурсов. Ну и, ребята, третье условие — это написать слово «участвуй» без ошибок для того, чтобы рандомайзер выбирал по именно этому списку, да. В общем-то, желаю всем удачи. В прошлом ролике, ребята, побеждает вот этот вот человек. Дружище, свяжись со мной в социальных сетях, чтобы забрать свой приз. Ну и, конечно же, на этой ноте мы сейчас перейдем к промокодам. Итак, ребята, сегодня мы покатаемся на новенькой бэхе. Машина, кстати, довольно-таки хайповая. Что-то я смотрю, многие прям ее хотят. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Прям максимально будет интересно узнать. А что ж, если мне не нравится багажник сверху, надеюсь, что его можно убрать. Ну а так, ребята, надеюсь, что машина еще и поедет. Кстати, да, машина довольно-таки быстрая. Не знаю, сколько она разгонится, по классике поставим Sport Plus, ну и, ребята, заценим с вами ее немножко позже. Ну а теперь давайте пробежимся по промокодам, ребята, и дам вам довольно-таки старые промокоды. Многие говорили, что последние ролики выходят одни и те же промо. Да, потому что все-таки стараюсь подобрать промокоды такие, чтобы они работали на всех серверах, но, к сожалению, не все они такие. Поэтому, ребята, давайте начнем с промокода, который называется хэштег Friday13. По нему можно получить 3 скина, вип-голд аккаунта 8 часов и, ребята, бэтмобиль на 2 часа. Одна из самых быстрых тачек, которые есть у нас на проекте. Клевый автомобиль, донатный, за 7000 рублей, поэтому обязательно попробуйте покатать. По промокоду, ребята, хэштег Скуби можно получить в Volkswagen Station на 6 часов, а по промокоду хэштег Матис можно получить Deo Matisse Sport на несколько часов. Один из древнющих промокодов, который у нас до сих пор работает на, в общем-то, проекте, называется хэштег Shark, ребята. По нему можно получить Mercedes GT63S AMG Акулу на 3 часа. Есть промокод, который называется DEF, ребята, он дает ВАЗ-2114 на 8 часов. По промокоду хэштег Крип можно получить 3 скина, VIP-голд аккаунт на 15 часов, уникальные тачки, такие как Lotus и ГАЗ-2402 на 7 часов каждая. И, ребята, понятное дело, что там еще и випочка будет. Короче, забираем. Смотрите, просто бедный пацан. Бедный пацан попал под, получается, скутуриста и потерял груз. Очень жалко молодого, но да, это реалии. По промокоду хэштег Лето23БР можно получить скин девочки, друзья. А, допустим, по промокоду хэштег BlackMillion можно получить VIP-голд аккаунт на 12 часов непосредственно сразу сходу, если у вас нету никакой випки. Так, я так понимаю, что тюнинг, скорее всего, стоит также по 80 рублей. Да, ребята, ничего нового, поэтому сейчас затюню. Слушай, ребята, Sport Plus стоит, конечно же, стоит Nitro. Давайте ее обкатаем. Напомню, что Porsche, который можно получить за премиум Deluxe, ей 380 км в час, ребята, при Sport Plus прокачке. Это, конечно, просто жесть. Лютейшая тачка, лютейшие скорости. И, кстати, управление у нее тоже мне очень сильно понравилось. Ну, Бэха, кстати, тоже довольно-таки бодро рвет из-под себя. Думаю, что она поедет как минимум, ну, 360. Давайте вонганем, попробуем. Я попробую ее раскочегарить на мосту. Так, давайте мы сначала заправим.
потому что любой зверь хочет кушать, это понятно. Так, ребята, поехали по промокодам. Так, 95-й не самый лютый, 98-й было бы намного лучше, но да ладно, пойдет. А по промокоду хэштег BlackRussianLove можно получить BMW M8 Roadster, ребята, и купон X2 на 24 часа, в общем-то, для донатов в будничный день. Почему бы и нет, хороший промокод, забираем. По промокоду хэштег Loan23 можно получить непосредственно, ребята, 3 довольно-таки редких аксессуара. Также, ребята, можно получить VIP-платину на 6 часов и BMW X6 MF16 на также 6 часов. Хороший промокод, забираем, пользуемся, кайфуем. По промокоду, ребята, хэштег BEC2BR можно получить Lambo Urus, BMW M4 и, ребята, скидочку на VIP-платину, 30-дневный пакет, 20%. Очень хорошее предложение, очень хороший промокод для развития, самое дно. А есть промокод, который называется хэштег Скорлупа. Он дает Toyota Land Cruiser 200 на 3 часа, BMW, ребята, и также вроде как Toyota Supra 80. Плюсом идет VIP Silver. Забираем, хороший промокод, хорошие тачки, прям полезно. По промокоду хэштег BlackRussianLoveU можно получить BMW M5 F90 и скидочку, ребята, опять-таки на VIP-платину, 20%, в общем-то, так скажем, кэшбэк вы получите, ну, хотя это скидка, не кэшбэк, но тем не менее, хорошее предложение для донатеров. Следующий промокод, ребята, будет называться хэштег UPD1710, который дает Lambo Urus, Mercedes E63S, Tesla X и, ребята, VIP-платину на 3 часа. Плюсом также идет и купончик X2 на донат, а в совокупности прям такой хороший скомпонованный промокод, который, в принципе, поможет и вам на ранних стадиях развития, если вы хотите задонатить. Зачем ты здесь стоял, не знаю, но впечатался я в этот Porsche довольно-таки хорошо. Кстати, смотри, Porsche немножко быстрее даже, чем Бэха на SP+. Ну да, прям явно бодрее. Может, конечно, и там чиповка какая-то стоит на этот... непосредственно правильно затюненная. Но поехал явно Porsche быстрее. По промокоду, ребята, хэштег HESOYA можно получить Lambo Aventador, Ferrari California и Bentley Mulinero на несколько часов. Ну а здесь, ребята, мы сейчас с вами устроим прямую на нитросине. Давайте посмотрим. Надеюсь, что пацан не будет жопой вилять. Дико молодой. 296 км в час. Ну, ребята, для Бэхи это слабо. Это очень плохо. Я думал, BMW будет прям вообще люто заряженная. Напомню, Porsche ехал 380 км в час. 300, мать его, 80. Бэха, хоть и красивая внешне, к сожалению, на Sport Plus, ну, такое. Следующий промокод будет, ребят, называться хэштег BearLoveY и хэштег HappyBlackRussianDay. Данным промокодом уже больше года, даже полтора примерно, и, ребята, они довольно-таки требовательные к игрокам, потому что после активации нужно отыграть 12-24 часа, но плюсом вы за это получите випки, вы получите хорошие карпаки тачек, ребята, и разнообразные скины. Самые, пожалуй, жирные промокоды, которые сейчас есть у нас на проекте, поэтому, ребята, имейте в виду, если вы новичок, вводите их тоже в самом начале, потому что пока пройдет сутки времени, когда вы отыграете в сети, да, это довольно-таки много, но тем не менее награда хорошая. Ну и, ребята, напомню, что у меня на сервере Санкт-Петербург есть семья Best Guys. Обязательно, ребята, вступайте в ряды моей фамы. Напомню, все совершенно бесплатно, и вхождение, и ранги. Вся информация есть в сообщениях фамы нужна, поэтому просто читайте. Ну и, как говорится, мотайте на ус. Ну а на этой ноте, ребята, буду с вами прощаться. Вот такая вот бэха. Мне не особо понравилась. Пишите в комментариях, что думаете. Но машина, мне кажется, проходная. Всем спасибо за просмотр. Покедов.